Когда я шел бой, нам сказали занять оборону. Я увидел, что наши машины уехали, и решил отойти, и я сложил оружие. Потому что идет война, брат на брата пошел друг друга убивать. У меня так же самое в России есть родственники. Сам я с Донецкой области, сам с Волновахи. Против кого воевать? Нет, меня никто не избивал. На нормальные условия, все. Покормили этот. Ну, сейчас как бы все нормально. Пошел служить в ВСУ, нужен был военный билет для дальнейшего, чтобы устроиться на нормальную работу. Машины уехали с командирами и с половиной личного состава. Зеленский, я считаю, он вообще, я не знаю, как назвать его, потому что Россия как бы большая держава, он сам должен был понимать, что не нужно этого делать, надо было как-то дипломатически это что-то решать. А он тупо, как бы открыл войну полностью. Из-за него уничтожаются города, уничтожается инфраструктура, уничтожается все. Хочу извиниться вообще за то, что пошел служить в ЗСУ. Я как бы просто из-за того, что я сам из Донецкой области, сам с Волновахи. И из-за того, что Волноваха была подконтрольная Украине, я как бы естественно пошел служить туда. Я жалею о том, что я пошел служить в ЗСУ.